Знайдено в одному із сел Київщини. Мистецьки оброблений Павлом Вірським, у виконанні артистів його ансамблю він набув особливої виразності. Ще один характерний рух – ползунок – потрібен був талановитому балетмейстеру, щоб створити яскраву хореографічну картину, сповнену молодецької відваги і соковитого народного гумору.
мастерство и дисциплина – вот критерии оценки всех работников нашего ансамбля. Сапак, как ни один из множества других украинских танцев, вобрал в себя все многообразие красок природы и жизни народа, его исторически сложившуюся духовную и физическую стихию. Трудно найти слова, могущие образно выразить восторженный поэтический характер этого танца, его тонкий юмор и оптимизм. Все тут стихийно, но в то же время спаяно единым общим ощущением ритма. Всюду вы слышите взрывающийся фейерверком смех, веселье, крики восторга, но присмотритесь, нигде и никогда в буйном, девственном веселье ликующего народа вы не увидите уродливого, непристойного, некрасивого. Все тут радует глаз, очаровывает и рождает у вас чувство гордости за свой народ и место на земном шаре, на котором взросло это замечательное древо народного искусства. Таков украинский гопак, покоривший сердца зрителей многих континентов мира. Люди разных стран, повидавшие этот танец, не раз с волнением говорили мне о том, что почва, на которой родился гопак, должна быть прекрасной. А народ, родивший его, глубоко гуманный, чистый морально, здоровый духом народ. Частицей этого народа великое счастье.